Маргарита, ты занимаешься так называемым фаер-шоу, правильно? Что это вообще такое, что оно в себя включает? Ну, смотри, в общем, огненное шоу, оно больше относится, наверное, к цирковому искусству. Вот, то есть это некое смешение предметных манипуляций, шоу, каких-то спецэффектов и так далее. То есть как отдельный жанр оно вообще в принципе появилось у нас в России, наверное, лет 17 назад. До этого оно не имело большого развития. То есть ну, где-то там на каких-то балах, да, были приглашенные факиры, да, были какие-то артисты в цирке, которые минимальные какие-то трюки выполняли. Но именно какое-то большое хорошее развитие эта тема получила вот лет 17 назад в стране у нас. Что оно в себя включает? Это трюки с реквизитом. Реквизит разнообразный. Дело в том, что нет никакого обучения на государственном уровне именно этому направлению. Ближе всего действительно это вот цирковые манипуляции с предметами, но фактически мы учимся пока что до сих пор друг у друга. То есть мы ездим на фестивали, куда приезжают признанные мастера, которые там изобретают, например, какие-то элементы, которые там много умеют, они сидят в жюри, они действительно классные, крутые в этом, и они проводят мастер-классы. Мы приезжаем в разные уголки страны и приходим к ним на мастер-классы, улучшаем, собственно, свой скилл, свои навыки, вот, потом включаем это в свои шоу-программы. Вот ты говоришь, мы ездим на фестивали. То есть я так понимаю, что проводятся какие-то все-таки конкурсы вот, по этой сфере. Занимали ли вы какие-либо места? Да, конечно. Мы ездим постоянно на фестивали. Есть разные направления конкурса. То есть это батлы, например. То есть свободное владение реквизитом под незнакомую тебе музыку. Ты выходишь против кого-то с определенным реквизитом, и вы оба показываете, на что вы способны. В таких батлах у нас участвуют ребята нашего коллектива, и да, мы занимаем места в батлах. Есть конкурсная программа, то есть это подготовленные номера, и, соответственно, точно так же, допустим, в дуэте ты выходишь с кем-то вместе, выступаешь и соревнуешься с другими дуэтами на другом даже реквизите. То есть здесь главное, что это дуэт. Даже в этом году, вот весной мы ездили на последний фестиваль, и в батлах мы заняли места, и мы возили с собой показательный номер. Тоже он получил как бы свое признание. И мы возили конкурсные номера, мы получили второе, третье место. А как ты вообще пришла вот к этому? Что сподвигло? Ведь сфер деятельности в мире масса, уйма. Почему именно вот фаер-шоу? Ну, так жизнь повернулась, скажем так. Когда-то еще в юности я увидела на набережной у нас в Ростове, как ребята какие-то делают какую-то магию, волшебство. Я ходила после этого, после того, как я первый раз увидела, я прямо следила за анонсами этих мероприятий, я приходила, смотрела восторженными большими глазами, мне казалось, что я никогда так не смогу. И у меня даже мысли не было, честно говоря, изначально этим заняться. Ну, потом вот так жизнь повернулась, что вот уже 13-й год я этим занимаюсь сама. Слушай, вот я смотрю вот на твои длинные красивые волосы, и я просто представляю, ты работаешь с огнем. Да. Как ты справляешься, что и волосы длинные, и ничего с ними не происходит? И вообще можешь поподробнее рассказать, какие еще существуют опасности вот в этом деле? По поводу волос. Значит,
Несомненно, их необходимо убирать в прическу. Желательно мочить при этом. То есть не просто убрал, еще и промочил водичкой везде. Плюс мы используем головные уборы во время огненного шоу, тоже для того, чтобы лишний раз волосы защитить. Если по тематике номера волосы убрать нельзя, там как-то нужно, чтобы они были распущенными, они все равно, мы их мочим, мы брызгаем водичкой волосы. Так они, конечно, больше сохраняются. Ну, естественно, где-то чуть-чуть они подгорают. Не на каждом выступлении, но да, бывает там чуть-чуть где-то там ветер сменился, огонечком лизнуло и чуть-чуть подгорело. Но на самом деле то, что рассказывают все мамы детям, да, что волосы горят прям как спичка, как пух, вот так пых, и все, ты лысая. Нет, этого не бывает. Если, конечно, голову прям в костер засовывать, тогда бывает. Но тут как бы, если где-то мимо пролетел огонечек, просто чуть-чуть поплавится вот этот вот пушковый волос, да, вот, каких-то там великих катастроф не случится, если соблюдать технику безопасности. Опять же, катастроф не случается, если мы соблюдаем технику безопасности. А, слушай, а я иногда встречаю, вот когда смотрю вот фаер-шоу, вижу такой элемент, когда в рот набирают какую-то жидкость и через огонь ее выплевывают. Вот в этот момент невозможно получить ожог ротовой полости? Возможно. Ага. То, о чем ты говоришь, называется бризинг, выдувание огня, то есть. Это очень вредный вид огненного шоу. Люди, которые занимаются бризингом годами, они теряют здоровье в каком плане? Значит, у них разрушаются зубы, во-первых. Во-вторых, слизистые оболочки очень сильно страдают от воздействия химии, которая, собственно, набирается в рот. Это не цветочки, сам понимаешь. В-третьих, те составы, которые используются при бризинге, они довольно активно влияют на нервную систему. Соответственно, люди, которые годами занимаются выдуванием огня, у них ухудшается память, ну, когнитивные вообще всякие способности. То есть это, несомненно, очень зрелищно. Есть действительно крутые ребята в этом. Есть там рекордсмены, которые делают там за один набор там максимальное количество этих пыхов, но это максимально вредно, и я никому не рекомендую это делать. Есть ли что-то, какая-то мечта, задумка, идея, которую очень хочется реализовать, но вот пока никак не получается? У нас на данный момент в планах расшириться по персоналу, скажем так, то есть взять больше артистов, взять больше техников, потому что у нас на самом деле не хватает людей. Мы бы хотели взять новых ребят. Естественно, это должны быть качественные люди, скажем так, которые готовы учиться, которые готовы много труда в это вложить, потому что это действительно непростое дело, и оно далеко не всем дается. Ну, у нас в планах поставить большую программу в стиле цирк с декорациями, дополнительный свет приобрести для этого. То есть мы там планируем динамический свет, там головы закупить, да, чтобы у нас это все было. Мы стараемся все только свое, чтобы у нас было. Мы не арендуем звук, не арендуем свет, мы не арендуем там реквизит, да, вот то, что у нас есть. С тем мы работаем, и мы на самом деле технически хорошо оснащены на данный момент. И планируем и дальше развиваться в этом направлении, делать большое красивое шоу.